Привет всем. Поступила заявочка такая небольшая. Объяснить, чё почём при запуске двигателя на иракезе. Начинающие виртуальные пилоты этого аппарата бывают иногда сталкиваются с проблемами. То обороты не набирают, то еще что-то, то малый газ, то турбина загорелась, то еще. Получается, запускается он нехотя у некоторых. Поэтому мы делаем что? Ну, во-первых, хочу рассказать, что все зависит от погоды. Вот запомните, что обычно все нормальные, вот, и ненормальные уже пилоты запускают иракез при помощи наземного электропитания, потому что машина у нас такая своеобразная. Во-первых, здесь конструкция винтов, представьте, аккумулятор небольшой, а если еще на холоде, ну, как на машине, он скукоживает его, у него падает ампераж, лопасти вот эти, они сделаны специально тяжелыми, а на законцовке они вообще утяжелены максимально, поэтому, ну, для придачи нашему несущему винту, лопастям, некоторые еще инерционные силы, то есть они, когда вот раскручивается винт, вас начинает качать из стороны в сторону, это то, что лопасти тяжелые, на концах особенно тяжелые, эта инерционность ему прибавляет, и когда вот, допустим, у вас отказал двигатель в полете, и вы на РСНВ пытаетесь посадить машину, то есть без движка, чисто на вращающемся несущем винте. За счет вот этой тяжести на концах у него появляется инерционная сила, и при подхвате еще встречного потока воздуха он продолжает крутиться, раскручиваться и долго-долго-долго крутится. Если, например, вы приземлились, выключили насос, и он еще крутится, 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 потому что у него инерция. А за счет того, что инерция при РСНВ, он еще подхватывает встречный воздух, и мало того, что он раскручивается, и еще не дает вам свалиться. То есть получается крыло у вас, вот это вот вращающее винта, это крыло, когда винт крутится на оборотах, это как бы у вас крыло, и оно продолжает работать. Поэтому лучше запускаться, конечно, при помощи этого внешнего питания. Но если вы, например, где-то сели в поле там, или пытаетесь запустить, то уже надо следить за приборами, обязательно, когда включите аккумулятор, проследите за напряжением вольтметра. У вас вольтметр вот. У вас напряжение должно быть за 20, где-то 25, вот сюда стрелочка должна торчать. Вот тогда вы еще запуститесь. А если меньше, или, допустим, а когда вы запускаете движок, следите, чтобы у вас напряжение питания не падало. Если у вас, например, 12 вольт уже, вот сейчас поближе сделаю. Вот, допустим, вот сейчас включите аккумулятор, у вас 24, вау, круто. А когда запускаете винт, начинаете его раскручивать, у вас напряжение начинает резко падать, если достигает 12 вольт и даже ниже. Все, надо прекратить запуск, а то вы аккумулятор просадите и будете сидеть в этом болоте, пока за вами не прилетят. Так, еще одна фишка есть у меня. Я создал в Word файлик, сделал скрин, сделал такой скрин в формате PNG, и у меня теперь есть в планшете подсказка. То есть вот это вообще в иракезе, в папке, в сохраненных играх даже нет планшетной папки вот это вот книборда. А я сделал себе вот такую вещь. Вот видите? То есть, ну, типа карты запуска. Что зачем? Можно вот так поменьше сделать, вытянуть, вот так, чтобы не мешало. И вот. Переменный ток. Что надо включать? Постоянный ток включить. Потом нижняя панель тын-тын-тын проверили. И топливные переключатели. Тык-тык-тык-тык-тык. Все. Вот это вот основной типа карты, карта запуска. Ну, это для меня. Может, кому-то пригодится, я обязательно выложу. А в конце, вот сейчас сделаем запуск, а в конце у меня приклею еще видео, как создать эту папку и как туда это все положить. Размеры рисунка, все я расскажу. Пока мы выключим, пока смотрим так. Самое главное, что когда вы запускаете миссию, залезли в вертолет, сразу проверяйте ручку, вот эту. Она у вас стоит уже посередине. Надо сделать ее на малый газ, то есть на себя колесико крутите, либо patch down. Вот если patch up, она идет в полный газ держать. А если нажать и держать patch up, сделайте сразу вниз, на самый упор. До упора вниз минимальные обороты. Почему? Потому что вот эта кнопка упора малого газа нам потом пригодится. Сейчас вот покрутим, пока двигатель не работает. Если мы начнем сейчас крутить и экспериментировать во время запуска двигателя, у нас турбина сгорит. Поэтому смотрите, если даже щелчками, вот короткие щелчки, короткие нажатия patch up, можно посчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 20 туда, 20 назад. Вот так щелкаете, либо нажимаете и держите. Вот поэтому
средний газ, среднее положение. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот когда вот эта стрелочка выползет, вот это, между вот этим словом стрелочка, вот это среднее положение, оно нам пригодится потом, я покажу как, чтобы запустить нормально. Ну а сейчас, пока тут у нас все пусто, ничего не включено, поднимаем башку вверх и смотрим, вот две панели электрические. Вот это у нас переменного тока, вот это постоянного тока. И начинаем потихонечку щелкать. Вот эта меточка и вот меточка вольтметра. Вот это переменный ток, это постоянный. Начинаем клацать. Вольтметр ставим АЦ. Фаза вот сюда. Бум. Вот это пока не трогаем. Это инвертор. Он пока стоит в нейтральном положении, выключенный. Вот это инвертор резервный, вот это основной. Потом вот здесь. Вот это у нас переключатель основного генератора. Он должен быть включен. Вот это сброс, перезапуск генератора, когда вы, допустим, в воздухе пытаетесь запустить снова. Вот сюда. Включили вот вперед. Крышку закрыли, все. Она нам не нужна. Теперь вот этот переключатель вольтметра. Вот S-BUS. Вот сюда. Так, пум-пум. Вот S-BUS. Это шины. Это вы подключаете шину для потребителей, то есть для приборчиков, для лампочек, для вот этого всего, для вот этих лампочек всего, вы включаете шину потребителей. Теперь смотрим суд. Вот это не надо, дополнительная шина. Она мне нужна. Вот у вас тумблер стоит, стартер. У него два положения. Вот этот стартер, вот этот генератор. Сейчас пока в стартер. Ну, вот аккумулятор. Все, здесь мы закончили, пока. Аккумулятор. Дынь. О, засвистело. Засвистела аварийная сигнализация низких оборотов несущего винта. Выключите. У нас несущий винт еще не крутится, а бортовой компьютер нашего пепелаца уже сказал, что у нас обороты низкие, поэтому пока не нужно. Когда вы запустите движок, она уже сама туда подпрыгнет и встанет назад. Можете не обращать внимания. Так, тестируем панель сигнализации. Видите, вот сюда вниз. Тык-тык-тык. Вот эта кнопка резет. Допустим, у вас там что-то загорелось. Например, инвертор там какой-то в полете заморгал. Вы его исправили, а ошибка горит. Можно сбросить так, резетом сбросить. Сброс ошибок, как на машине. Подбросали все, это вам не надо. Теперь переходим вот сюда. Включаем гидросистему. Включаем триммирование. А вот это, среднее положение, она ни туда не включается. Это датчик стружки. Вот это вот у нас основной редуктор на несущем винте. А вот это задний редуктор. Это на руле управления, на заднем винте. Вот это вот основной над нами. А вот этот редуктор в хвосте. Ну вот это для общего развития. Вот это этот колпачок и крышка. Это кут-кабл. Это аварийное отрезание троса подвески. Если у вас что-то висит, вы летите, там тащите контейнер с какими-нибудь там грибами. А у вас чрезвычайная ситуация, и надо сбросить балласт. Вот этот нажим, тумблер щелкается, крышка откидывается, щелкается тумблер, и у вас идет автоматическое отрезание троса. То есть трос вообще отстегивается, и улетает груз. Теперь сюда. Вот это POS. Противообледенительная система. Не включаем, а то аккумулятор сожрет сразу. Аккумулятор, смотрите, у вас аккумулятор 24. Почти 25. Это нормально. Теперь вот. Вот главный насос, а это у нас всегда на вперед стоит. Вот этот треугольный, это у нас этот автоматический оборот двигателя. То есть видите, выключатель и регулятор оборотов. То есть он должен быть автоматически стоять всегда вперед. Вот назад, видите, ошибка. Вот вперед. Ну, здесь система какая? Это колпачок считается на пружинке. То есть он оттягивается, переставляется и падает. То есть пружинка случайного нажатия или перещелкивания, фиксатор. Здесь то же самое, на насосе. Мы-то просто щелкаем. А здесь вот эта красная пипка, она вот так оттягивается, переводится вперед, отпускается на тот день, падает и зафиксировывает. То есть просто так не щелкнуть. Но это мы просто щелкаем. Вот сейчас включаем насос. Обороты у нас внизу. Вот газ у нас малый стоит, самый-самый малый. Вот смотрите. А, прежде чем, ну, насос дали, теперь смотрите. Насос дали, он там загудел, что-то топливо побежало. Топливо у нас вот. Это сейчас запускать будем. Когда генератор включим, тогда будет работать. Теперь смотрите, чтобы перевести, прежде чем запускать движок, надо сделать малый газ. Вот эта кнопка этого упора.
смотрите, нажали, она там зафиксировалась. Теперь на середину выкатываем, вот на стрелочку вот эту, чтобы на вас стрелка выехала. Отжимаем и назад для упора. Вот сейчас вы выставили малый газ холостого хода, все. И вот теперь можно нажимать кнопку стартера. То есть у вас топливо пошло, малый газ поставили, кнопки стартера тут нету. Она где-то там в каких-то глубинах. Поэтому нажимаем кнопку Home и держим ее. В течение секунд 40 это точно, когда вот эта наша силовая вся система выйдет на 40%. Вот сюда. То есть engine, вот этот двигатель, выползет аж вот на 40. Поэтому нажимаем кнопку Home. И вот видите, вольтаж, дынь, упал. Следите за вольтажом. Если он еще ниже пойдет, ну, у нас лопастя начинает раскручиваться. Вон они, поехали. Сейчас вот это поближе сделаем. Вот так. Вот дождь, гроза. Все, лопастя пошли. Все вращается, все крутится. А мы следим за вольтажом. Ну и смотрим вот этим. Сейчас он до 40 поднимается. И тут встанет. Вот когда до 40 доедет, тогда можно хом отпустить. Хом держим. Это кнопка стартера. Ну, вертолет раскатится, потому что у нас лопастя тяжелые на концах, поэтому он болтается, пока они уже не раскрутятся. И все. Ну, это я говорил, для чего это сделано. Лопасти специально утяжелены на концах, потому что их, во-первых, две, поэтому у нас никак на Ми-8. На Ми-8 5 винт лопастей, у него такое более-менее сплошное такое получается крыло. А у нас вот, вот так вот, видите, до 40 доехало, вольтаж у нас поднимается, потому что у нас инверторы, генераторы, все уже включено. Все, кнопку Home отпустили. И теперь пойдемте наверх опять. Наверху у нас что? Теперь вот этот инвертор в он. Вот так. Все, он там засвистел, заработал. А генератор переводим. Ой, стартер. Переводим в генератор. То есть это кнопка стартера, тумблер. Надо щелкнуть в генератор. Вот сюда. Бум, генератор. Все, тут мы закончили. Теперь идем вниз и даем полный газ. Можете page up, можете колесико крутить вперед. И он сейчас, и опять на прибор сразу смотрим. Вот он поехал. И двигатель, и ротор пошли вот сюда, в свои зеленые зоны. То есть большая стрелка выходит вот сюда, в зеленую зону, а маленькая там. И вот это я предел, то есть ни вправо, ни влево. Только в желтую вышли, сразу засемафорит сигнализация. Сигнализация, видите, уже включилась сама. И вот, в принципе, тут пока все. Но вот здесь еще ошибка горит. А что это горит? Это if. Это свой-чужой. Он у нас здесь не реализованный, но реакция на его невключенность есть. Вот, включили вон. Раз-два. Мастер. Это главная кнопка. И тут можно пощелкать, посмеяться, вот тут можно включить он. Ну это так. Можно световое включить, не будет моргать. Ну это код и все, это свой чужой, это уже международная там натовская какая-то зашифрованная байда. Все. Вот вы раскрутили всю свою тротайку. Теперь надо поднять башку еще выше, вот сюда, назад. Вот тут. И вот тумблер, это высотомер радио. Вот здесь включается. Включили. Обратили взор на циферблат, а он у вас не горит. Чтобы оно тут что-то заморгало, он загорится, когда вы полетите, когда уже начнет работать на определенной высоте. Ну, чтобы вы были уверены в своем мастерстве, вот надо выставить нижнюю уровень, предел высоты, допустим. Вот, видите, она заработала. Допустим, 50 футов. Ну, это наверх. Вон туда, хай. Ну, сверху 50, там 200 поставьте футов, 70 метров нормального. Его диапазон полетов самый оптимальный. Так, ну тут дождь, можно дверь закрыть, гроза, люди ходят, солдатики вон бродят. Вон они, видите, как у меня тут все организовано, ходят, никуда не денешься. И еще одна фишка есть, так, у вас тут все в порядке, все вы завели, все горит, ну отстрел тут, как это уже процедуры уже такие дополнительные, там радио какое-то включить, это уже все дальше по схеме, по заданию. Смотрим еще сюда, смотрите, у вас может быть, запоминайте, иногда бывает так, заходите на сервер, сели в вертолет, запустили и летите, а у вас магнитный компас показывает 165,
А на курсе задачки этот север. Видите, плюс. Тут надо крутиться. Вот смотрите, надо выставить одинаково. 165 здесь, значит и здесь надо поставить 165. Вот вертите вот, вот, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот 120, 150, 165. Вот сейчас вы не ошибетесь. Вот если, например, на маяк встали, у вас он бум показывает, вы, а вы всем говорите, а курс 210, а у вас оказывается не настроено, вы летите вообще 90. Вот смотрите, когда вот это окошко выглядывает, толкаются и выглядывают, и шарик, и крестик, плюсик. Вот так вот нормально. То есть и то, и то. То есть магнитное склонение у вас по широтам нормально все. Ну и вот, время почти 9. И можно лететь, гонять Сайгон. Ну а когда, если вот обычно батарею включили, прежде чем запускать движок, надо включить, например, маяк проблесковый. Ну это строевые огни. Можете уже здесь себе накручивать свет, всякий разный. Мышку держите, вот так тянете, она быстро бум-бум. И чтобы не вот так крутить, можно крутить. И все. ПОС, если вы полетели куда-нибудь в ледяные дали. ПОС вот он. Противообледенительная система. При старте машины не включайте, он жрет много. У вас напряжение по сети упадет. Вот сейчас напряжение 28. То есть вот эти все бортовые системы ваши, особенно вот всякие такие вот высотомеры, вот это все работает. Короче, бортовая система 28 вольт. И смотрите, если у вас 28, значит все это круто. Вот вольтаж переменный, вот постоянный. Топливо 70%. Давление. Ну и так посматривайте, чтобы у вас все было хорошо. Там давление масла, выхлопные газы, все это уже можно почитать. Так, у меня есть файл, кстати. Я тоже выложу в описании, то есть этот, на русском языке РЛЭ, то есть у нас, допустим, в доках он идет на английском языке, а у меня есть на русском, я сейчас покажу его, вот он, видите, Flight Manual RUS, версия последняя, другой, по-моему, не придумал никто, и вот такая штука, видите, налет на эксплуатации, все по-русски, вот история, все то, что там на английском было, вот тут по-русски. То, что подчеркнуто желтым цветом, это не реализовано. Пока. Ну, думаю, и тут все, вот поехали, все. Опять же, тут на странице 118, карта запуска, сразу смотрю, по странице 118, вот, пожалуйста, карта контрольных проверок, проверка полета, карта запуска, вот она. Вот то, что желтым, она не реализована, а так можно тут научиться за 5 минут. Вот этот файл я вам положу в описании. Ну и вот этот, допустим, файл этот, как его, мой, свой, вот этот, книборд, планшетик. Я вам тоже выкину этот файлик. И сейчас в конце будет видео, сейчас приклею этот, как создать этот файлик и как его засунуть в планшет. Потому что тут в планшете, видите, тут все только его родное. На Иракезе вообще ничего нету. Сами придумал. Вот я придумал себе вордовский файл, скрин сделал, зажал его в размеры. И все. Поэтому ну, как-то так. Сейчас прицеплю ему еще видео, как создать планшетный вот эту подсказку себе. И все будет окей. Так, ну а теперь мы посмотрим, как создать нам папку с планшетом для именно вертолета. То, что вот если мы сейчас глянем в сохраненные игры, вот, допустим, Open Beta. Вот здесь книборд есть у меня. А для Иракеза нету папки. Ее надо создать. Но чтобы правильно ее создать, потому что у нас, по если в корень игры зайти, то там она имеет конкретное название, эта папка. И она везде находится с таким же названием. Поэтому, чтобы вот в саму игру заходим, в моды, в Warcraft, и вот так вот она должна называться, папка. Мы просто берем отсюда название, копируем и создаем папку здесь. Создаем папку тут, точно с таким же названием. Вот тогда точно ошибок не будет. Потому что бывает там у ах без черточки назовут и может быть потеряться. Просто по всей игре, куда мы его не глянули, он называется именно вот так, любая папка. Поэтому сделаем на всякий случай ровно. Теперь у вас папка создана. Я сделал как? Я набрал вордовский файл и сделал с него скрин. Сейчас посмотрим, где у него десктоп.
Скрин у меня получился вот такой. Вот просто вордовский скрин. Но у него есть, чтобы залез в планшет, без всяких искажений. Этот скрин надо обрезать. Я его, допустим, захожу в редактор. Вот программа такая. Простой, обычный. Фотографии резать. И делаю из него кадрирование. Кадрирование делаю вот таким размером. 903. 903, допустим. И 1363. Вот здесь пишем 1363. И потом затягиваю вот сюда. Ну, видите, у меня вот поля тут торчат. Сохраняю. Готово. Сохранить. Сохранить. Все, сохранил. Теперь снова обрезание делаем. Ну, можно опять кадрирование сделать. И вот эти поля вот поубирать. Допустим, вот так, вот так. Вот так, вот так. Максимально, чтобы вот так вот было видно. Вот так. Ну и вот так. У меня, видите, немного не подходит. Ну пусть так будет. Готово. Допустим, сохранить как? На рабочий стол. Обязательно PNG. Вот, назовем его там 666-888. На рабочий стол. Бум. Все, теперь смотрим. Вот он. Вот он у меня вот так выглядит. И я теперь беру этот файл. Он PNG-шный. Вот он. Вот у меня, например, вот тот, вот еще один, точно такой. И закидываем его вот в книборд. То есть книборд, ух. И вот его сюда. Раз. И все. У вас в планшете будет вот эта штука. Ну и уже, чтобы сделать красивую концовку моему видеоролику, придется собрать джойстик, поставить его на пуфик и полететь, чтобы уже красиво закончить наш познавательный видеосюжет. Садимся. Ну, полетим мы вперед, там противник, поэтому нашим боковым надо дать команду «Бесплатный огонь», потому как там мы сейчас полетим навстречу светлому будущему, а может быть и темному. Поэтому сейчас мы взлетаем аккуратненько. Разгон, что-то машина фризит. Ну и вот так вот пойдем сюда, посмотрим, какие у нас тут красоты. И потом туда, вперед. Вон исходный дым. Идем на него. Опускаем рожек. Выравниваемся. Отдаем свое управление соседу по палате. И полетели. Не спеша, потихоньку, так сказать, навстречу приключениям. Приключения продолжаются. Я с вами не прощаюсь, а говорю так: до связи, до встречи. И потихонечку, айда. Пишите. Я думаю, начинающим пилотикам, может, что-нибудь поможет. Ну, я вот как умею, так и рассказываю. А звук лопастей такой медом сердце обливается. Как в кино. Ну, давайте, пока.